Так, алло, алло. Музон уже очень крутой, отвечаю. Музон просто пушечка. Дат главное меню. Начинается дождь, дождь продолжается. Открыть зонтик. 10 из 10, господи. Имбифор говно для жирух. Ладно. Мы можем либо слушать этот трек до усрачки, либо начать играть. За рейнстарт, так и быть. Чё? Пояснение за контролы. Драйт F4, Arrows, Numpad, Shift, Z, X, Cancel меню, Full Screen, In Game Forcibly, Alt F4. Controls в CD. Я услышал о смерти своих родителей в день, когда был ужасный ливень. Это был дорожный инцидент. Услыша подобные грустные новости, внезапные грустные новости, я в спешке отправился в госпиталь, но уже было поздно. В конце концов, я так и не смог увидеть смерть своих родителей. Похороны были, так скажем, частными. Очень узкими, закрытыми, ну как-то так, как они и хотели. Оба моих родителя порвали связи со всеми родственниками, пока я был маленьким, и никто не был позван на похороны. Это были очень тихие похороны. Только для меня, потерявшего своих родителей, я сильно ощущал отсутствие родственников, и таким образом я думал, что я чувствую себя одиноко. День, когда мои родители погибли, как бы это странно ни было, это был мой день рождения. Я думал, это с целью поздравить меня, такого вот, кто еле-еле смог поступить в универ, мои родители были очень рады, необычайно рады. Как минимум. Так. Так, стрим идет. Вот, чё, блин, четвертак пришел тут. Намутил мне воду. А, подарок для меня, который был в сплющенной машине, говорил об этом. А, я заснул. Заснула. Блин, няшный графон вообще в углу там такой-то. Боится. Я не знаю. Хорошо, давайте приберемся немного. Ох, это ходьба. Вот это ходьба, господи, анимация, анимация. Такое ощущение, будто бы сам пирог снизошел и сделал эту анимацию. Что-то на уровне, вы только посмотрите. Блин, какая красота-то. Во, видите, можно даже по диагонали перемещаться. РПГ Мейкер по диагонали. Если я не уберусь. Блин, вот это вообще технологи. Да, вот походка хейтерс гона хейт. Наверное, как-то так. Какие-то налоги по наследству. Должна убрать бумаги в шкаф. Блин, класс, все раскрыл. Бумаги о запросе разрешения кремирования. Сертификат о смерти.
о наследстве. Полон черного чая, но он уже весь остыл. Альбом, но на нем замок, так что его нельзя открыть. Сильно закрыто. Как оно может периодически падать? Что из себя представляют периодические падения? Мне интересно. Дропы, дропы, дропы. У меня прокастер, так что он дропы-то и не пишет вроде как. А безупречное вещание, нагрузка ЦПУ, там 15%, 20, 40, 40, 20 и так далее. Че, ЛС открылся, что ли? Да ладно. А. Ты, я даже открыл, и все вроде как это. Что-то мне кажется, не? Периодически падает. Ну, я не знаю даже. Даже прям не знаю, чем помочь, если ЛС падает. Когда я прикоснулся к шкафу, маленький ключеподобный объект выкатился. Получен ключ. Маленький ключ. Если я не уберусь, а что тебе еще убирать-то? Убирать-то нечего. Вот это меню. Вообще графон. Блин. Убраться в комнате, озон. Господи. Не напоминай. Фотография, напоминающая о былых деньгах. Эй? А, как будто бы какая-то часть альбома была опущена. Там вставлены какие-то... Ну вот есть пустые страницы посередине. Как-то моменты моего детства здесь отсутствуют. Вы поняли, опущены. Не в том плане, что вы под... О, мэн. Наверное, звучало некрасиво, да. Часы остановились ввиду их сложной конструкции. Не думаю, что ей... Она... It doesn't seem like she can fix. Почему это внезапно третьего лица начал говорить нарратор? Да, похоже, что вот она не сможет справиться с починкой. А теперь давайте попробуем починить его. Наверное, окей, будет и так. Давайте закроем дверь и ляжем спать. Офигенно, ты дверь закрываешь. А, или ты лишь большой дом у нее такой. Небольшой дом, наверное. А, книги с школы. Манга и журналы. А, так облачно, что ни одной звезды не видно. И даже сейчас небо выглядит так, как будто бы оно могло, может заплакать. Вот это не надо, вот это... Тут Лев Толстой, куда ты влез?
Нужно подтвердить закрытие дверей. Уа, как тут все пыльно. Если я в этот раз не уберусь тут. Закрыто, закрыто. Часы тоже стоят. Окей. Западный туалет. Картина розочки. Вот, тут в туалете вместо освежителя вешайте картину розочки, и она уже сам по себе будет освежать. Вы только думаете о ней, и там самовнушение начинается. Ненаполненная ванная. Охренеть описание. Хорошо закрыто все. Такое ощущение, словно вот эти разрезанные ингредиенты останавливают время в этом доме. Холодильник пуст. Прекрасный пирожок. Но как-то мне больно от этого. Если я не уберусь до завтра. Что-то, походу, она очень долго убирается, и учитывая, что там у нее все в пыли, блин, что-то там. Торты, походу, тут уже неделями стоят. Уже сгнили, наверное, все в говно. Все, что я люблю. Возможно, оно было. Тут длиннющий. Что там? Длиннящая игра. Да, это очень хорошее описание, но, к сожалению, оно описывает чуть ли не все, что я стримил на RPG Maker. Наверное, оно было милым до этого. Это приготовлено, вот эта готовка вот начинает уже протухать. Эти блюда. О, хорошее слово. Закрыто. Я устала. Давайте спать уж. Внезапно одна. Никто меня не знал с тех пор, как я была маленькой. Ну, жируха начинается, жируха, я чую отсюда. И никого не было, кто знал бы моих родителей. Это было ужасно одиноко. Game Dev is for girls. Хурдор. Respect girls. Мы страдаем. Кам. Коми. My cutie child. Quick, put me out here. That's the promise. Come to fulfill your promise. For the promise you guys split into two. Only the time and the deficit will be forgiven. Only now, and so on they come. My cutie child. Please give it all to me. I won't allow you to escape. I want to love it. И другие часы. Этот как его? Белл. Этот. Вот. Звоночек часов, который должен был остановиться, продолжает звенеть вновь и вновь. Если не остановлю этот звук. И звук остановился.
Вот, из часов вываливается что-то похожее на маленький обрезок бумаги. Фотография. Это фотография с тех пор, когда она была молодой. С обоими родителями. Незнакомый старик на фотографии. Когда я переворачиваю ее, короткое сообщение написано. Похоже на письмо моих родителей. Так, мне окошко мешает увидеть, что там написано. Ага. 1900 какой-то там. А, непонятный месяц, непонятный день, непонятная префектура, непонятный город. Деревня Азака. Батя Кенджи-сана. Кенджи-сан, я Шиори. Здесь, похоже, написано гораздо больше, но оно все настолько замыленное, что я не могу прочесть. Батя и матя. Мое собственное имя. А тот, кто на фотке с нами, это чё, дедуля? Даже после этого я продолжал свои дни, занимаясь своей занятой жизнью. Когда все наконец устаканилось, когда наконец я смогла разобраться в себе, наступило другое время года. Наконец приближались мои летние каникулы. Летние каникулы из моего длительного университета. Этого было достаточно, чтобы я впал в депрессию. И тогда я внезапно вспомнил фотографию, которую нашла в тот день. Тот изображенный на фотографии. Неужели это мой дедушка, верно? А думая об этом, грусть, которой, казалось бы, я привыкла, внезапно свалилась на меня. Я хочу встретиться. Я хочу попробовать встретиться. Пойти встретиться и поболтать о чем-нибудь. Спросить о всяком. Думая об этом, я со своими летними каникулами решил отправиться в место на фотографии. Таким образом, я покачиваюсь в этом поезде, направляясь в деревню Азака. Графон! Только почему в полэкрана? Графон! Так, это я такая летняя тебя, да? О, круто. Обратно. Пассажиры не выходят из поезда. Нет, не выходцев, короче, не тех, кто заходит. Unmanned. Если был бы unnamed, понятно, unmanned, хрен знает. Имя станции написано. Время поезда до деревни. А не поезд, а автобус. Через 3 часа. Ну, делать нечего, кроме как ждать. Уже поздно. Не приходит. Машина. Нет, патрульная машина. Эй, ты, что ты тут делаешь? Такая-то анимация, господи. Анимация мента тоже 10 из 10. Это я даже не знаю, комментировать. Надо видеть. Автобус не приходит. Автобус? А, здесь так мало пассажиров, что он уже давно не работает. А, что, ты хотела съездить в деревню Азака? Да. Ясно. Хорошо. Ребенку опасно быть в таком месте, поэтому я тебя отправлю на свои точили туда. Вы не против? Так ты куда направляешься в деревню-то? Вот сюда вот, но... Вы знаете это место?
А, так это музей деревни. Музей? Хоть это и далекое прошлое. В свое время он был довольно потрясным поместьем. Ну и он стал музеем с тех пор, как владелец погиб. Так какое у тебя тут дело к этому месту? По поводу родственников. А? Ну хорошо. Давайте доедем до туда, потому что музей закрывается с потемнением, с наступлением ночи. Маморыш пирог. Он защищает меня. Когда я стримлю, пирог бдит. Защищает мой покой на стриме. Спасибо, да не, без проблем. А куда важнее, у тебя действительно есть какие-то дела здесь? Да. Откуда же движуха польется? Ну, время работы уже давно закончено, но я думаю, что менеджер все еще внутри. Но, учитывая, что этот человек довольно-таки строгий, я не знаю, впустит ли он тебя. Так что, если что-то произойдет, то свяжись с местной полицейской станцией. Да, спасибо. Ну, она типа приехала днем, как бы не ночью, но так получилось, что ей либо еще на скамейке ночевать, либо вообще непонятно, но у нее ж тут нет никого в этой деревне. То, что она как дура просидела до самой ночи в незнакомом месте, где у нее нет места ночевать. Вот это да, вот это вот реально сомнительно. Что это? Запах такой знакомый. Это только мне кажется. Здесь кто-то есть? А при помощи света извне я едва ли могу прочесть первый этаж. Библиотека деревни Азака. Второй этаж. Записи исторические деревни Азака. Ванная на этаже. На этом этаже, на втором, то есть. Закрыта на сегодня. Да вы чё? Вы серьезно хотите, чтобы я что-то увидел здесь? Вау, какая холодная. Я ничего не вижу. Отвечаю. Я вам даже не могу сказать, видите, что я реально ничего не вижу. Набито местной газетой. Горой местной газеты. Ой, я реально ничего не вижу. Что-то написано так темно, что я ничего не могу прочесть. Я даже, блин, тут ходить не могу. Чего ж тут читать-то? Так темно, что я не могу подняться на другой этаж. Вот, что-то сияет. Ключ получен. Да ладно, я что, так играть что ли буду? Настройки, у игры есть настройки. Волшебно. Просто волшебно. И в 12 будет там full screen же. Это мне придется без чатика играть, получается. Я так не могу. Я так не могу. Еще нет. Да какой нет? Тебе пора, мне кажется. Да ладно. Да ладно, F12 главное меню.
Ват, какие сейвы? Откуда они тут? Чьи это сейвы? Чьи это сейвы? Чьи это сейвы? Господи. Ну и что, теперь придется быстренько проскипать до того момента, где мы остановились. Нет, ну мне сказали нажать F12, я нажал, что я могу поделать. Ну благо тут 5 минут прохождения-то. Хватит листать. Часы у нее остановились. Так, все, триггер сработал, музон пошел, наверное, все, на всякий случай еще и дверь дернем. Все заперто, вываливаемся. Давай, 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 оп. Откинулась стеночка. It's terribly lonely, it's so lonely. Суть игры. Она еще просыпалась посреди ночи. Ну да, мамораж-то будет, как вы видели. По сейвам, по чьим-то, которые там остались в апочке. Еще ничего не началось, а я уже засыпаю. Вот анимация ходьбы, господи, анимация ходьбы, вот она. О-о-о-о-о-о. Ну чё, делаем сейф. Чтобы никакая няша нам больше не сказала, жмем в 12. Так. Может быть, всё-таки в фуллскрине будет нормально видно? Ну... Ну, я даже не знаю. Не сильно-то там и лучше, видать.
Да я бы с радостью. Где он? Я потому что вообще ничего не вижу. У меня вот это буквально сплошное черное месиво. Я вот ориентируюсь лишь по ее майке. По цвету майки. Остальное все. Все цвета черного. Вот, прямо, все оттенки черного. Черный на черном и черным погоняем. Obtained lamp. Да ладно. Вот это уже лучше. Вот это уже лучше. В музее питьё и еба запрещены. И зажигать огонь строго запрещено. Пожалуйста, курите снаружи. Пожалуйста, не забирайте по-тихому книги из этого музея. А по поводу копирования, по поводу копии, обращайтесь к менеджеру на ресепшене. Успех. Два ночи. 21 вьювер. Да это накручивает какой-нибудь пирог там. Открыл с 10 там этих хромов. В 10 вкладок каких-нибудь там вмочил и сидит довольный. В чате-то вон полтора инвалида сидят. Откуда и 21 вьюер? Да ниоткуда. Средства для писания какие-то там. Что ли? Коммуницирование. Похоже, что он может быть использован. Крайне полезная информация. Рефрижератор. Вот, тоже люблю слово. Холодильник для петухов. Вот рефрижератор, вот это другое дело. Алло. Алло. У нас гости в студии. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Ну вот звонят всякие в Steam и не отвечают потом. Ну и пирог. Тебя не слышно. Вот и хрен с тобой. Я нажму end voice chat. Понял? Вот, часть потолка над вот этим вот заляпана. Ой, какая-то готовка, которая совсем в чернь сожжена, оставлена там. Заперто. Не пирог, ты меня так не разведешь больше. Ты не разговариваешь со мной, даже когда я беру трубку. Заперто и не открывается. Нет, пирог, не подниму. Я поднял, а ты молчал уже. Тихо, пирог. Вот. Ко-ко-ко, вот. Можешь высказаться. Мы вас внимательно слушаем. Мы учтем все ваши пожелания. Пожалуйста. Продолжайте. Да, все, ваши пожелания будут учтены. Спасибо, до свидания. Вот, техподдержка закончилась.
Сейчас еще раз помню. Блокада. Блокейдед. Так, а тут блокада в стороне стоит. Ну, она, короче, не может перелезть через это дело. Возможно, из-за отсутствия проветривания атмосферка тут весьма запыленная. Воздух пыльный, короче. Локт, локт, локт. Ей. Старые орнаменты и какая-то ткань запиханы. Открыть. А. Господи, как напугало-то. После того, как мышка выбежала, ключ был найден в шкафу. Получен ключ. Устилан весь детскими книжками и картинка книжками. Что значит когда? Новый год, пироги. Когда же что-то? Это же голубой огонек в некотором роде. Неужели я знаю этот пикчербок? И подумала, когда я была маленькой здесь. Прочесть, да. Однажды в деревне была красивая женщина. Очень красивая, я смотрю. Даже пирог лучше бы нарисовал, да, пирог? Однако женщина своей красотой завораживала, захватывала мужиков. Начинала делать злые штучки. Из-за этого деревня стала заброшенной. И мужчины, и жены, и дети, и все голодали. Наконец, эта злая женщина была прогнана людьми деревни в горы. Возможно, потому что женщина не могла перестать делать злые вещи, она со временем изменила свой облик и стала монстром. Женщина, которая стала монстром, стала Котори Обаке, которая похищает детей и отправляет их в ад. Она похитила всех детей. Мужчины деревни, однако, сколько бы ни пытались отправиться на уничтожение монстра, все были не способны победить ее. Затем однажды дождь пролился на деревню. Легкий дождь, как что-то там, что-то там. И по какой-то причине, которая Баки вместе с дождем снизошла на деревню. Где мои дети? Где мои дети? Детей, гуляющих по лесу. И недостаточно, так что дайте моих детей. И дайте моих детей мне. В то время один горожанин направился к Торио Баки. Как бы странно ни было, который Баки не попытался атаковать его. Таким образом, отважный житель швырнул голубой сияющий камень в нее. Когда камень ударился о нее, она издала какой-то жуткий вопль и вернулась в лес. После этого человек, швырнувший камень, молился, чтобы Котори Обаке не вернулась в деревню и не похищала больше детей. И Котори Обаке больше никогда не пришла в этот... не приходила в эту деревню. С тех пор этот горожанин стал известен как Огами-сан. И с тех пор защищал деревню от лесной Котори Обаке. С тех пор дети больше не ходили в лес. И горожане, и деревня полностью обрела свою былую жизнь, жизненность. Как-то так.
все заперто. О, ключик нашел. Смотрите-ка. Ничего внутри. Ничего внутри. Постаревшие документы, свернутые в рулоны. Файлы, содержащие документы, такие как контракты относительно музея. Вот, в общем-то, и все. Альбом оставлю. Старые фотографии в альбоме. Почти все фотографии мужчины и кого-то похожего на его ребенка. Также помимо фотографий есть какая-то пометка, отображающая имена вот тех, кто находится на фотке. Мужчину зовут Кейчиро. Ребенок Кенджи. Он и правда похож на батю, наверное. Давайте исследуем чуть поглубже. Возможно, все так, как я и предполагала. Неиспользованный сервиз внутри. Небо тяжелого темного цвета. Но свет звезд остался скрыт. Пушкин, залогинься. Так. Даже не знаю. Можно же уйти? Not yet. Да ладно. Похоже, все-таки изучать нужно было где-то там, на этих верхних этажах. Куча книжек, куча книжек. Что-нибудь полезное. А вот это вообще не следуется. Это следуется, а вот это вот нет. Как так? Не, ну походу все же что-то нужно было найти в этих комнатах. Не, ну класс, ты хоть вкратце ему опиши, в чем дело, что ты там собираешь такое. Вот, дотянул за документов. Вот. В этих документах, похоже, написаны детали по поводу прав на землю и поместье. В самом конце имя завещателя этих документов, создателя, четко прописано. Музей будет полностью доверен менеджеру. Далее, если не найдется все же никакого наследника, то этот музей будет задоначен деревне. Казаки Чиро. Так и есть. Имя в этом альбоме тоже. Так что, в любом случае, как я и думала, это место, где обитал мой дедушка. Да, долго что думала.
Тогда получается, что это место, это родина моего батя. Вернул файл на полку. И правда, хочу остаться здесь подольше и расследовать происходящее, но на пока мне нужно покинуть поместье. Надо будет завтра еще зайти и объяснить ситуацию менеджеру. Что-то сияющее выпало с вершины шкафа. Амулет с тремя синими сияющими камешками свалился на пол. Даже когда я пытаюсь вернуть их, моя рука не может дотянуться до вот этого верха шкафа. Давайте пока с собой возьмем, потом на ресепшене оставлю. Даже так, это место красивое. А, не место, откуда вообще взял место? Это красивый амулетик. Почему он так сияет? Меня уже вырубает. Видимо, придется отложить это дело на завтра. Сейчас дойдем до какого-нибудь небольшого логического конца. Какие-то звуки можно услышать издали. Звуки оттуда. Дверь заперта, а звуки с другой стороны. Извините, кто это? С другой стороны двери женоподобный голос раздался. Я, как бы это сказать, я пришла сюда, чтобы узнать кое-что. Скажу так, может, я хотел кое-что узнать. Ты не менеджер? Ну, возможно, я ищу менеджера, а ты менеджер? А, нет. Выпусти меня отсюда на пока, да? Я пряталась, и дверь стала, оказалась запертой, и я не смогу. Не могу выбраться теперь. Что же мне делать? Это ведь я менеджер запер, да? Я не знаю. По факту, я вообще не хочу быть найденной. Там может с полицией связаться? Нет, ты имеешь в виду офицера Мочизуки? Только не он. Я умру, если ты его позовешь. Тогда что же мне? С маленькой дырки в стене... маленький ключеподобный объект вывалился. Это? Используй вот это и найди ключ в комнате. Но, пожалуйста, не связывайся с полицией, потому что я не знаю, что случится. Open. Какие-то там вещи офисные лежат. Заперто. Коробка, помеченная как мусор. Но внутренности все хорошо уложены. PC. Список имен для менеджера. Куча толстых файлов. Хорошо организованный шкаф. Чистенький организованный шкаф. Несколько ключей от поместья лежат. Второй этаж. Возможно, вот этот. Потом придется извиниться. Довольно-таки тихо.
я принесла. Открываем. Ты здесь? Я так и думала, но ты... Чтобы ты пересекла, попал в такое место. Ты не безумная случаем ли? Нет, я просто хотел узнать пару вещей и внезапно. Дат вайфу. Ты студентка. Ты ребенок из района. Да, но. Что не так, прячешься в таком месте и еще и запираешься. На самом деле я здесь только потому, что я хочу здесь быть. Я просто не хочу возвращаться домой. Не хочу... не хочу видеть этих детей из школы снаружи. Но дело только в этом, окей? В любом случае, я хотела быть здесь. Но довольно-таки поздно, не так ли? Тебе надо бы домой вернуться. Да я и без тебя это знаю. Чё ж ты такая? Раздражаешь меня. В любом случае, хватит уже. Сестренка, спасибо, что открыла мне дверь. Куда важнее, лучше бы тебе сваливать отсюда, да поскорее. С потемнением, как бы с наступлением ночи, здесь становится опасно. Менеджер-то немного двинутый. Как я и думала. Сеструха, если ты можешь, ты должна бежать тоже, окей? Постой. Reference books. Заперто. Этот луп на 4 секунды. Вот, можно на shift бегать. Вы чё, блин? Точно, я вспомнил, что тут же бегать можно еще. Зачем вообще передвигаться без шифта, когда есть возможность передвигаться с шифтом? Заперто. Я пока буду искать место, откуда можно свалить, так что... Сеструха, если тебя поймают, ты не должна меня выдать. Постой. Дверь уже не открывается. Че, он с ножом там гуляет? С мечом даже. Меч? Ты что, дяденька, аутист? У меня такое чувство, что там опасно. Да, неплохое чувство. Выставочная комната ночи сияющего камня. О как. Или нет, ночная выставочная комната сияющего камня. Как-то так, наверное. Ночная комната, скорее, его сюда. Точнее, выставочка, ну, вы поняли. История и нынешняя популяция записана здесь. Карта города. Однако горный регион за музеем не отражен никак. Портрет великого человека из этой деревни. Угами сама. Древние фотки какие-то. На-на-на. Вообще не осматривается. Вот, какие-то Night Glove Stone Accessory.
всякие, ну вот как это назвать, одним словом, вот эти вот штуки, типа ожерелье, там всякие колечки и прочее, ну вот все вот эти аксессуары, короче, делаются с древних времен в этой деревне из глоустоуна, из сияющего камешка, бижутерия, да, вот это вот. И носится в деревне как, в общем-то, обычай. Практикуется в ношениях как обычай. Однако было необычайно большое количество горожан, которые использовали этот камень, чтобы давать его как защитный амулетик своим детяткам. В связи с понижением количества мастеров, которые производят их, это вот бижутерия тоже стала уменьшаться в количестве. Так. Вот ночной сияющий камешка. Вот в форме шара сделан. Огами сама, типа, много лет назад вот именно вот этим вот камнем кидался. Ну и что дальше? Не то, а в окно можно. Не то, в окно нельзя. Так, а вот тут заперто. Пирог не вбрасывает и вообще унижает мои стримы, говорит, ты говно, а не стример, говорит. Вот, кидает мне злой, ой. Следующее содержание было определено сообществом YouTube как потенциально оскорбительное или неприемлемое. Зрителям рекомендуется быть осмотрительным. Вот такие вот дела. И ты залогт. Вот теперь мы можем зайти сюда. Ключ к чему-то. Бумаги для записок. Пожалуйста, возвращайся быстрее. Время закрытия уже закончилось. Вход вглубь и на третий этаж запрещены. Таких документов нет. Завтра перерыв, отдых, нерабочий день. Где твоя мамка? В каком доме ты живешь? Усеян книжками. Минералах и их обработке. А тут типа эти инструкции по рисовке, книжек с картинками. Локет. Единственное, куда подойдет, тогда это сюда, наверное. Да ладно. А, там еще была дверь. Ага. Роуп.
С верхнего этажа раздался голос. Нет, нет, пусти меня. А, нет, тут дальше проход есть. Звук приближающихся шагов. Мне нужно как-то запереть эту дверь. Чё она хочет-то? Тебе нечего бросать, дура. Да. Broken lamp. Похоже, что человек убежал. Нужно поскорее, поскорее с ошибкой. Нужно поскорее убираться отсюда. Также я волнуюсь о ребенке. Ну, я так понимаю, это поехавший менеджер. Тут напрямую еще не сказали, но всячески намекая, что местный менеджер двинулся головой. Глубоко, пирог. Но это слишком глубоко. Это ты вообще прям выдал. На ютубе, наверное, посмотрел, а? Сейчас я тебя забаню, блин. Чисто пришел сюжет рассказывать. Я же знаю, ты на ютубе все посмотрел. Ну, блин, это вообще глубина там. Истории. Ну и где мне эту дуру теперь искать надо? Играет из Сонморфа. Написано жирухой. Ну я такого даже представить себе не могу, ты чё?
Ну и где мне искать? Угорают. Ох, угорают. Может, он в туалете прячется? Хочет быть похож на хача. Кажется, у игр для жируха отдельный путь. И он никак не пересекается с играми. Типа хача. Ну куда эта тварь делась? Ладно, пацаны, хрен с ним, закончим на сегодня. Будем считать, что мы дошли до логического конца некоторого. Продолжим, может, завтра. Посмотрим там. Всем спасибо, всем пока.